Доброго времени суток, дорогие друзья, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Под звуки, так сказать, катушек Теслы из этого дока продолжаем катить ее дальше. Хоть. Погнали. Запитаем, так сказать, нашу пушку. Пушку. Так, эти обломки сейчас уберем. Ну, блин. Вот отсюда. Поехало. Опа. Вот так, детка. Есть контакт. А ты не боишься тоже все это запускать, если КГБ и русские испугались? Так вот, как ты открываешь двери. Слушай, эта техника заслуживает хорошей рекламы. Тесла был гением. Да. Так, контрольная точка. Так, нам куда дальше? Подожди, там опять эта хрень появилась. Блин. А, я запрыгнул. Хорошо. Бежим. Эй! Опа! Что произошло? Реактор должен подавать ток на кабели. А эти рельсы в стене являются очень хорошими проводниками. И чё? Серьезно? Подожди. Мне тебя надо как-то раскачивать теперь, да? Так, надо успеть пробегать, да? Горячо. Опа. Все не горячо. Так, работает? Не работает. Работает? Опа. Хорошо. Так, тут у нас что? Ой, блин, тут они тоже качаются все. Так, раз. Раз. Осторожнее. Все, прошел. Так, тут у нас что? Тоже какая-то хрень работает. Так, я тоже надо поднять. А дальше-то куда? Погоди. Так, тихо. И чё? Ребята, и чё делать? Блин. Я застрял. Ну, отходи. Нет. Нет. Зависло, что ли? Ну, только этого не хватало. Ну давай. А, ну все, поехал. Хорошо. Немножко током хернуло, и ладно. Здорово. Все, что тебе нужно, убрать с дороги панель, и мы в деле. Понято. Давай, заходи. Молодец. О, сейчас начнется. О, полетел. Вот об этом я и говорю. Тихо там. Тихо, убить может? Ай! Да блин! Хорошо. Я хотел красиво пролететь. Так тихо. Меч. Ой, щит. Это щит. 10 или 11 столетие. Явно найден вместе с искомой частью меча. Напоминает герб Ланселота, не так ли? Напоминал бы, если бы таковой существовал. О, а это что? Похоже на карту. Изучите ее как следует. По-твоему, для чего она была нужна? Может, наш рыцарь не мог отыскать без нее дорогу домой? Или кроме этого фрагмента у него было что-то еще? Думаешь, он спрятал где-то другие части меча? Вполне возможно. Но без ориентира эта карта бесполезна. Я над этим поработаю. Конец связи. Отлично. Куда ты щит делал, я понять не могу. Замерз насмерть, как и другие. Вместе с артефактом было найдено еще несколько предметов. Но бедняге никто не помог изучить их. Бедолага. Почему такое отсутствие интереса? Вероятно, предметы были слишком современные для изучения. Они относятся к первому тысячелетию.
Прошу прощения, я что-то не так понял. Сколько конкретно лет артефакту, который мы ищем? Древнее, чем ты думаешь. Понято. Хорошо. Так, что, врагов никого нету? Ну, конечно, только сказал их. Здрасте, приехали. Ну, все, ребята. Давай, садись. Никогда не испытывал такого счастья. Покажи мне, что он может. Так, тихо, как тут? Так, а как работает? Так, тихо. И что он может-то? Все что ли? Ну как-то это не интересно. И все. Такая мощь, чтобы сделать этот мостик. Ну, ребята, это как-то неинтересно. Так, тихо, ребятишки. По ногам. По ногам стреляем мы. Все, давай, давай, да, танцуй, танцуй, танцуй. Все. Нет, еще. Такие они жирные. Ладно, давайте. Так. Давайте их все-таки с гранатой будем мочить. Хопа. Так, ребятишки. Опа. Да ты что творишь-то, слышь? Опа. Все проквакал. Да ты слышишь, ты что такое-то? Блин, я аптечку вниз увел. Вот гад. Ну да ладно. У меня еще одна есть. Так, что тут опять? Опять какая-то жижа. А это мы едем? Подожди. А это как убрать? Ну-ка, сейчас подожди-ка. Ну я понял, что это как-то разваливается. А как? А типа надо разбегаться, да? Серьезно? Понято. Давай попробуем еще раз. Нет. А что тогда делать? Ну в смысле? Не гранаты же херачить. Возьми, гранаты нет. Ларк, подскажи, что делать. Ну-ка, давай пистолеты возьмем. А, вот. А я-то думал, все понятно. Поехали. Ну давай. Доедем по чуть-чуть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Все, доехал. Кстати, тут я секретов мало встречал. Ну. Видимо, не очень-то на них обращал. Обращал внимание. Блин. Я не думал, что он так сильно разгонится. Но разогналась. А все, не стыкуй. Ай, да блин. Ну вот и глупо сейчас погиб на самом деле. Все, убил. Так, тут все нормально. Так, тут все хорошо. Давай. Берегись. Все, красава. Так, тут куда? А, тут можно было стрельнуть, понято. Так, теперь куда? Развилочка. Так, можно сюда. А здесь секретик. Да? Там кто-то ходит. Какой-то монстр. О-о-о, похоже на битву какую-то для босса финального. Аманда будет? Да. Ну давай. Аманда! Мне жаль, что так произошло.
но мы еще можем работать вместе. Да ты видела, она черная. Никаких нас, Лара, никогда не было. Там была только я и вот это. Помнишь? Я прикоснулась к нему, и он потянулся ко мне в ответ. Лучше бы этого не случилось. Я приручила его. Теперь он мой. Да ладно. Мой бог. Аманда. Немного дружелюбнее, чем тогда в Параисе, не правда ли? Я научила его команде аппорт. Ты сошла с ума. Она убила наших друзей, Аманда. И почти убила нас. И он спас мне жизнь, когда я научилась обращаться с ним. Весь секрет в более широком восприятии. Но на твоем месте я бы держалась от него подальше. Он может быть довольно обидчивым. Да ладно. Не стой у него на пути. Так, тихо, я повторите эксперимент Тесла, наберите здоровые рядки меча, отбиваясь от неизвестной сущности. Да тихо ты, тихо ты. Вот эту мне надо. Какая рукоятка, где находится, чё? Ничего не понимаю. Ай! Аптечек нет. Ай! Блин! Да ё-моё! Как делать-то? Тихо. Тихо. Ой. Прыгай, прыгай, прыгай. А-а-а! Я вообще ничего не понимаю, что делать надо. Тихо, отошел от меня. Ё-моё! Вот она, пушка стоит. Хорошо. Так, тихо, залез. А, П. Короче, в него стрелять не надо, надо садиться в пушку. И что ты пушкой херачить, да? Давай пропустим ролик. Мы поняли, какая она крутая стала. За не эти стой годы. У него на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех. Его надо куда-то везти, подожди. Захватил. И что делать? Он вернется, Лара. Убирайся отсюда, пока можешь. И что? Ой-ой-ой-ой-ой! Вернулся, падла. Подожди. Блин, управление еще такое неудобное. Так, я его захватил. Да? И что дальше надо с ним делать? Схватил. Так, схватил. Ну хорошо, и чё? Давай, иди нахер отсюда. Так, тихо ты. Так, чё-то я не пойму, что делать. Я его схватаю. Зажимаю Б. Вот стреляю. Что ж ты натворила? И где ты, мудак? Ладно, ничего страшного. А теперь убери с дороги, Лара, я не шучу. Так, тихо там. Давай сюда, иди опять. Опа. Так, и что делать с ним? И сколько тебя так херачить? Сюда иди. Так, ну жизни у него не уменьшаются. Что-то делаем по кругу, по кругу. Так, это я его скипываю. Ничего не происходит. Не, ну так он тоже танцует, смотри. Танцует. Сегодня он со мной танцует. Так, ну давай. Ну хорошо. Что делать с тобой? А, его туда, наверное, надо вести, да? Вот в эту катушку. Понято. Вот сюда, наверное, его как-то надо херачить, да? Сейчас разберемся.
Да, что-то... Во, что-то вот такое надо делать. Вот с этими связано. Ну давай, выходи. Вышел. Во, давай сюда иди. Так, не так маленько. Вот сюда пойдешь? Да, пошел. Но у него здоровья остается мало, но он все равно потом возрождается, мудак. Видимо, его надо во все эти херни как-то отправить. Так, сюда иди. Вот. Вот бы тут ты еще у меня не был. Сюда иди, я сказала. Так, и что, и это до бесконечности будет? Нет, что-то я не так делаю. Иди сюда. Вот тут, вот тут не получилось, вот тут получается. И? Может его надо убить? А, нет, он опять сейчас... Не знаю. Вот, возродился, молодец. Сюда ушел. И чё? А, надо вот добивать здесь. Понято. Тихо там. Подожди, подожди. То есть я его делаю уязвимым? Да? Да убери ты эти пистолеты, а! Да блин, а! Какая же ты... Тихо. Сюда иди. Сюда, я сказала. Да тихо ты, тут близко-то. Так, вот смотри. Получается теперь что? Да ты возьми автомат. А, автомата нет. И чё? Почему она стреляет-то в эту херню-то, я понять не могу. Ничего не пойму. С этими пистолетами своими ты, конечно, парка. Ничего не поймаю. Чё делает тут? Нет, не идет. Да иди нафиг, мудак. Так, хорошо. Так, нахер отошел. Не работает. Ясно. Где ты там? Пошел отсюда! Пошел! И вот что надо дальше-то делать? Я ничего не понимаю. Что надо дальше-то делать? Что это за цель за такая? И чё? Убери ты пистолеты-то свои, а! Давай нахер иди! Ах ты скотина! Давай залезай! Давай, как тебя бить-то? Так, ушел. Не пойму пока, как его убить. Но у него остается мало здоровья. И что дальше? Аманда, подскажи. Потом он где-то возрождается, да? Да тихо там. Пока она вылазит, он получается все равно как-то надо хер... Я не понимаю, что надо херачить, пока он вот в этом пространстве находится. Здоровья у него, как всегда, мало остается. Уехал, допустим. Может, это еще надо делать? Где ты появился? Вот ты появился.
И что дальше? Может, какие-то гранаты надо кинуть? Да? Серьезно? Где ты? Не понял. А вот ты где? Что происходит? Что такое? Невидимый придурок стал. Охренеть. И где он сидит, я понять не могу. Ну тут же ничего не происходит. Так, ну ясно. Ясно, что нихера не понятно. Да иди ты нахер. Нахер иди. Вот скотина, а к тебе еще не прикасаться, да? Приучила она, блин, какого-то мудака, блин, а. Молодец, убрала пистолет. Так, тихо. Не пойму, что делать. Вот хоть ты тресни. Может, как-то вот этой лентой, не знаю, стрелять. Да, блин. Получи гранату. Не, ну так его бесполезно мочить. Может, и что-то еще есть, что я не увидел? Там вот Аманда стоит, да? Давай изучать. Так, здесь что у нас? Ага, понято. Здорово. Не стой у него на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех, кто ему помешает. Так. Что-то тут надо делать. Явно это не связано с его стрельбой. Так, ой, блин, опять я подорвался. Подожди. Вот это вот что такое? Да, давай. Молодец. О, пошла жара. Тихо. Воспользовался небольшой подсказкой, потому что, чтобы долго не затягивать эту битву. Но я думаю, я бы тоже бы до этих бы рычагов бы догадался бы, но времени прошло бы много. Тихо. Так, что теперь? Так, тихо там, отходи от меня. Вот тут в Казахстане, а теперь живет, смотри-ка. Так, и последнее. На-на-на-на, так, отошел. Не, в Боливии ты был страшнее. Так, теперь к пушке, да, я так понимаю? А это что такое? Закреплен наверху. Зик, что нужно сделать, чтобы вытащить его оттуда? Я не знаю. Я знаю немного про Одессу технологии, но это место сплошная загадка. Так, тихо. Что? Что ты делаешь? Так, ты пошел нахер отсюда. Не мешай мне. Прекрати, Лара. Не вмешивайся, забрать артефакт невозможно. О, что ты натворила? Ладно, ничего страшного. А теперь убери с дороги, Лара, я не шучу. Так, мне надо как-то взять артефакт, да, пока его нету. Так, давай его берем, короче, пока. Он вернется, Лара, убирайся отсюда. Ну-ка, подожди, может, вот так вот как-то? Подожди, блин, вот так вот, ну-ка. Да, блин. Как тебя забрать-то? Тихо там. Тихо. 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 Так, тихо, тихо, тихо. Так, что еще надо сделать? Так, ты давай. Лара, поставь на место эти тестовые элементы. Большие металлические сферы, это замкнет цепь. Так, какие большие механизмы? Что поставить надо? Я ничего не вижу. А вот эти вот, что ли? Подожди. Ну-ка, что поставить надо? Говорите.
Они мне подсказывают, но я что-то ни хрена не понимаю, что делать. Так, ты где там, мудак? Опа! 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 666 везде. Ой! Да подожди, я ничего не вижу. Ой, блин! Ты офигел, а? А, надо вот этой пушкой воспользоваться. Все, блин, я понял. Надо пушкой вот этой воспользоваться и что-то там поставить. Так, мы это видели. Так, пошли. Не стой у него на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех, кто ему помешает. Да ты мудачка. Не контролирую. Кто ты вообще такая? Были подружайками. Чего вообще с ней стало? Я не понимаю. Ой, блин. Давай, нажимай. Красава. Так, беги еще. Ой-ой-ой. А тут-то что по-английски написано, а? Везде все по-русски писали, а тут по-английски написали на щитках. Так, тихо. Давай, нажимайся. Все. Тихо, мой мудак, отходи от меня. Я не знаю. Я знаю немного про эту технологию. Так. Но это место, вот этот мне мудак мешает. Нахер, пошел отсюда. А теперь вот эту штуку. Надо вот как-то вот раскачивать ее, да? Да, давай, 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 давай. Этот эксперимент и стал причиной гибели ученых 50 лет назад. Ты должна извлечь артефакт, чтобы это не повторилось. Не вмешивайся, я прошу, невозможно. Так, тихо. Я понял. Пока вот эта защита, короче, балдеет, короче, надо этот артефакт забирать, да? Все. Вылезай. Так, ну-ка. Отлично. Красава! И что теперь? На тебе! Ё-моё, вниз! Эх ты, крашеная, а! Аманда крашеная! Чёрт, а ты удачливая! Ты это знаешь, да? Мне нравится думать, что это как-то связано с мастерством. Погнали быстрее, потом будете милости говорить. Были какие-нибудь успехи с той картой? Это снова я. Ты не поверишь, куда ведут следы. О, сегодня ты найдешь меня чрезвычайно доверчивой. Корнуолл. Это как, езжайте по М5, потом по А30 до Корнуолла? Никуда не сворачивая. Ну хорошо, посмотрим, кто будет там первым. А, все что ли? Ой, ура! Прошли, короче, мы очередную миссию с Казахстаном, замочили босса. Я не знаю, мы так, я так понимаю, его мы не замочили, просто артефакт забрали. Так, видеоролики, биографии, личные данные, продолжить, Enter, отлично. Вы открыли новый костюм, так, хорошо. Так, время прохождения, карбоны. Ну, давайте далее начнем. Наград я мало собрал. Вот такой вот костюмчик. Так, среднее. Давайте сейчас, смотрите, сейчас контрольную точку сохранимся и зайдем в ее поместье. Это Англия, граница короля Артура. Хорошо. Заодно посмотрим на загрузочный экран. Ух ты, какая крутая она тут. Ой! У тебя волосы сквозь стекло в лобовуху лезут. Похоже, совпадение и иронию разделяет очень тонкая грань. Ты уверен насчет той карты? К несчастью, да. Несколько лет назад ходили нелепые слухи об обнаружении подлинной могилы короля Артура в этих краях. Но их опровергли. Всего лишь очередной аттракцион у дороги. Ну что ж, поинтересуемся, что тут показывают. Во всяком случае, это должно быть познавательно. Вот ты, спайдерменка. Так, сохранились, отлично. Давайте мы... Или уборщицу уволили, или здесь давно уже никто не был. Ну, не говори.
Так, мы с тобой находимся в Англии, давайте сохранимся. Так, новое сохранение. А где новое сохранение у нас? Вот. Окей. Давайте с вами зайдем в поместье. Давайте нажмем выход. Да. Так, посмотрим. Да, смотрите, какой новый загрузочный экран. Какие у него выразительные глаза. Так, поместье Лара Крофт. Так, что тут делаешь ты? Так, ну тут она, как всегда, тут она уже не мерзнет. Хорошо. Пойдем в поместье зайдем. Так, здесь она, как всегда, в своем одеянии. Так, этот мудак стоит. Тот сидит. Пойдемте, я там не доскакал в ее, так сказать, тренировочном каком-то лагере. Где она там экспериментирует со всем. Беги. Опа. Вот тут получается много наград, которые я не собрал. Они, кстати, изменились, смотри, они теперь по-другому выглядят. Че, ничего не делаешь? Так, хорошо. Подожди. А нет, вон читы есть, я вижу. Так, тихо. Ну, давай попробуем что-нибудь собрать тут. Тут-то хотя бы спокойно. Никто нас не будет пытаться убить. Так, куда теперь? Так. Хопа. Да ты чё, блин? Тут же вот эту... Ну, ё-моё. Ладно. Куда еще можем залезть? Я понял. Сюда. Так, сюда иди. Вот у тебя, конечно, поместье, Ларка. Чё только нету в нем. Так, вот так вот, да? Хопа. Опа. Так, наверх запрыгнешь? Ой. Ха, молодец. Так, тихо. Так, ну давай, прыгай. Да ты что не прыгаешь-то? Зависло, что ли? Не слушается, капец, прикинь. Во. Я-то хотел наверх прыгнуть, но, видимо... И чё? Тут же вон эти зацепы есть. Ё-моё. Чё-то нифига тут понять не могу в этих её аттракционах. Куда ты ещё можешь залезть? Ну сюда точно нет. Туда ещё. Блин. Ну давай ещё раз попробуем. Чё-то как-то неудачно. Думаю, проще будет намного тут всё. Давай ещё раз. Опа. Ну тут-то она должна зацепиться за эти штуки-то. Это же лестница. Ну. Так, тихо. Ой. Вот тут как, конечно, прыгать. Опа. А тут ты как, что, не прыгнешь, что ли? Ну, ё-моё. Так, ладненько, давай сюда. Сейчас на вот этот крюк зависнем. Ясно. Да, тут прям целое прохождение тоже. Ну, а мне, в принципе, оно и надо, потому что... Не знаю, хотя, что мне это даст, может, какие-то бонусы мне даст, не знаю. Опа. Так. В бочину ты можешь? Блин. О, ясно, короче. Так, что я тут еще могу сделать? Да нихерашечки. Получается, я это все никак собрать не могу, что ли? Тут надо запрыгивать как-то. Да ты там не ори. Ну, тихо. А это он в воде отражается, понято? Тут тоже не забирается. Плохо. Так, а как-то тебе тогда брать-то? Сюда?
не запрыгивает. Ну давай еще сюда попробуем. Ах ты. Давай сюда попробуем еще раз. Опа. Давай еще раз. Хопа, блин. Хопа. Так. Вот так вот. И теперь в другую сторону прыгнем. Надо хоть одну-то взять, какую-то награду, блин. А то что это такое-то вообще? Молодец. Так, иди давай. Хопа. Молодец. Так, теперь куда? Ну теперь... Ой, да тихо ты. Теперь я, наверное, назад... Да куда ты? Да куда ты смотришь-то? Во! Так. Да ты что сделал-то? Я не нажимал ничего. Я вот, я вам клянусь, я ничего не нажимал. Она сама так сделала. Тик, тик. Так. Опа. Что-то у меня с этой, конечно, никак не вообще не везет у меня. Давай. Так. Смотри. Ой, так, тихо. Да блин. Во. Вот тут вот. Вот. Наконец-таки ты встала. Ой, блин, а тут-то куда мне? Получается, вот эту штуку надо прыгать. Да, молодец. Туда прыгнешь? Молодец. Так, теперь куда? А теперь вон туда. Раз. Два. Три. Опа. Давай, давай. Хопа. Так, а тут как? А, вон я вижу. Вот у тебя дома тут понастроено, блин. Наконец-таки. Хорошо, хоть одну взяли. Да, Ларка? Не. Так, а теперь ты куда можешь прыгнуть у меня, сигануть? Так, тихо, вот так вот. Ой. Повиснуть не можешь, тут нет, что ли? Так, а тут как, что? На вон те не можешь? А, вон, на ту еще можно спрыгнуть, точно. Тихо. Вот на вот эти как-то можно, вот. Подожди, Варка. Вот сюда. Ага, конечно, прыганул. Но они тут тоже какие-то кривые все. Ну-ка. Опа. Куда ты смотришь? А, вон на ту. Не, давай на ту прыгать не будем. Я вот на вот эту хочу прыгнуть. Не получилось. Ладно. Хоть что-то собрали. Ну, хотя, конечно, это хоть что-то, это буквально одна штучка. Не густо, не густо, сразу скажу. Не густо. Пошли тогда в миссию. Маленько ее попроходим. Заодно еще прочитаем. Так, покинуть поместье. Да. Собрано серебряных карат одна, хорошо. Так, у меня есть еще дополнительно. Что я нашел тут? Досье. Вот это, Тору Нисимура. Давайте про него почитаем. Тору Нисимура, богатый медиамагнат, владеющий 6 телестанциями и издательством на юге Японии. Взлет его карьеры был внезапным, и он до сих пор с удовольствием вспоминает времена, когда работал журналистом. Так что его будни не всецело заняты корпоративными делами. Одно из расследований привело его к коррумпированному члену Совета Министров и бесценной серебряной статуе. Алара спасла ему жизнь, когда выяснилось, что артефакт вовсе не тот, чем кажется. После тех событий он и Лара Крофт стали друзьями и всегда приходят друг другу на помощь. Понятно. Так, кто тут еще? Сегу Такамото. Сега Такамото долгие годы был восходящей звездой японского преступного бизнеса и в настоящий момент является кюмитё, боссом якудза. Он увлекается древним оружием и постоянно торговал на черном рынке, раздражая коллекционеров и авантюристов тем, что чередовал аутентичные вещи с подделками, а с помощью якудза пытался оградить себя от обманутых покупателей. Впрочем, конфронтация с Ларой Крофт из-за очередной серии подделок так ударила по его репутации, что ему пришлось покинуть подпольный рынок антиквариата. Доля якудза... А для якудза до сих пор остается загадкой, почему он ее не убил. Версия о том, что он просто не сумел этого сделать, представляется невероятной.
Зип. О, давайте про Зип узнаем. Кто это такой? Что за тип? Зип — технический специалист, правая рука Лары. Поддерживая постоянный радиоконтакт с Варой, он всегда может предоставить ей массу информации из различных электронных источников и сетевых баз данных. В свободное время он колдует над электроникой, разрабатывая новые технологии, которые могут пригодиться мисс Кров для полевых работ. Неофициально Зип является придворным поставщиком хакерских примочек, но также считается классным шеф-поваром и раньше работал на лучших кухнях Северной Европы. Нифига себе ты тип. Кто такая Аная Иману? Аная Иману — инженер-строитель, работает в самых бедных районах Южной Африки. Аная — друг Лары еще с университетских дней. Она была с Ларой в тот день, когда произошла трагедия с Параисо. С тех пор она сделала собственную выдающуюся карьеру, и с Ларой их пути периодически пересекаются. Так, это я понял. Так, тут все. Получается, еще 5 осталось собрать кого-то. Так, локации. Ну, локации тут получается ничего. Так, модели, костюмы. Костюмы, получается, легенда, вечернее платье с декольте, зимняя одежда без шубы. Да, одежды-то у нее много тут. Так, хорошо. Улучшения пистолетов у меня ничего нету. Ну, пойдемте, пойдемте Англию дальше делать. Начнем с так ее изучать. Какая она старая у нас, Англия. Вот и все. Валяются тут. Не пойми что. Вот и все. Так. Ну это, конечно, весело. Зачем я это сделал? Тихо. Чтоб куда залезть-то? Пока непонятно. Давай бинокль смотреть. И чё? Ничего не... О, тихо. А, ну понято. Катить. Давай. Все время эти ящики, я их никогда сразу не замечаю. Опа. Так, а тут кто враги у меня будут, интересно? Это место видела и лучшие времена. Здание было запечатано после смерти владельца, профессора Уорта. Я содрогаюсь при мысли, что у него когда-то были ученики. О, крест. Хорошечно. В каждой локации свои, так сказать, побрякушки. Так, залезаем. Хопа. Контрольная точка, ура. Так, провод оголенный, нет? Так, закрыто. Так, сюда не лезет. Это не открывается. Так, ну давай смотреть. Так, чё, ничего? Какая потрясающая конструкция. Ага, нам сюда. Двери автоматические. Нужно включить питание. На первом этаже все заперто. Вероятно, нужно попробовать повыше. Ага. Получается, лезть придется. Так, и где нам залезть? Ой-ой-ой, молодец. Так. Так, тут нигде ты не дотягиваешься. Ага, видимо, сюда. Электрощиток. Хоть. Ой. Да будет свет. Да свет-то будет, а теперь как там? Не прожить теперь ей. А, ну понятно. Тут опять заходил там. А, это ток. Ток все время так звучит, как будто бы кто-то ходит. Хэть. Хэть. Да, как это... Ой-ой-ой, да ты что-то творишь, что я не на ту кнопку нажал. Ладно. А ток, она вообще у нас варка не погибает. Ну а чё? Только непробиваемый костюм. Так, идите вот. И услышьте легенду о короле Артуре. О том, что его вырастил сэр Эктор. Но рожден он был от семени короля Утера Пендрагона благодаря хитрости Мерлина. О том, как Мерлин привел молодого Артура к мечу в камне, который ни один человек не мог вытащить.
как Артур вытащил меч и стал королем Англии. А вы это... тоже можете попытаться... Это какой-то, получается, парк аттракционов или что это? А вот... Войди, король настоящего и грядущего! Мерлин счел тебя достойным. Настоящий Мерлин валялся бы в грязи и лаял на тебя. И я назвал это грязью исключительно из вежливости. Сочетание очарования наивности тебе ничего не говорит? Нифига вы там позеры какие. Так, тут что у нас? Опа. Ну-ка, подожди-ка. Да-да, я посмотрю на тебя. Давашка, куда ты там зыришь? Да я лицо хочу его посмотреть. Ай, ладно. Давай смотреть бинокль. Механизм, понято. Это включается. Включается. Какая потрясающая конструкция. Да ничего не особенного. Услите, святой Грааль. Такой предстала святая чаша перед Артуром и его рыцарями в видении. И несколько рыцарей отправились на ее поиски. Их было четверо. Ланселот, Галахад, Персиваль и Борс. Долго они странствовали по свету, и ни один не вернулся. Но Галахаду удалось узреть Грааль, и сердце его наполнилось радостью. Послушаем про Грааль. Так. Чтобы не допустить раздоров между рыцарями, Мерлин передал Артуру стол, который был не квадратным или прямоугольным, но круглой формы. Это был символ единства и равенства. И так рыцари Артура получили свое прозвище – рыцари круглого стола. Ты прикольно, кстати. Я надеюсь, ты все записываешь? Хе-хе. Да, со всеми подробностями. Я думал, это она мне говорит. Типа третью стену ломает. И тогда король Артур созвал к себе самых лучших рыцарей королевства, чтобы они явили собой образец благородства и добродетели. С радостью они приехали, и не было дотоле собрания столь достойных мужей. Эй, нажми эту кнопку еще разок. Для Алистера это как электрошоковая терапия. Да, это помогает ему быть в форме. Еще раз нажать? Давай нажми. И тогда король Артур созвал к себе самых лучших рыцарей королевства, чтобы они явили собой образец благородства и добродетели. С радостью они приехали, и не было дотоле собрания столь достойных мужей. Хе-хе-хе. Так, ладненько. Я так вижу, нам туда. Это никак не двигается. Чё, прыгать? Ну, весело. Блин. Ты же завис в воздухе. Как ты так могла упасть-то? Так, я чё, всё тут провалился? Ну ё-моё. Куда идти-то? Блин. Я сюда не должен был падать или как? Ну давай залезь по этим варкам. Никак. Блин. Как вылезти-то отсюда? Ну, ё-моё. Я уж не думаю, что если здесь предусмотрена возможность сюда упасть, то отсюда нельзя никак вылезти. Правда же? А, ну вот. Блин, погоди. Ой. Так, тихо. Ну и давай, Варка. Ну и чё ты не цепляешься? Как так-то? И? Чё делать-то? Я думал, там она повиснуть должна. Да, блин, не могу я отсюда забраться. Так, тихо. Давай с контрольной точки. Или что? Или все-таки можно как-то отсюда вылезти? Б.
Блин, вон же там висело, надо было туда прыгать, дураку. Ну ё-моё. Так, сколько времени у нас прошло уже? Так, времени прошло уже многовато, ребята. Давайте я на этом закончу. А в следующий раз эту Англию продолжу. Уже, так сказать, правильно. Без косяков. Ну, сегодня серия такая получилась скомканная. Завершили Казахстан и немножко начали Англии. Да, Варка? Все, всем спасибо, всем пока. С вами был Чердак Норк. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.